Дорогие братья, сестры, мы вас всех приветствуем. Honored guests, it is good to see you here. Мы рады вас всех видеть, что вы определили это время быть здесь с нами. And it's good that you have made time to be with us today. Большое спасибо Синди Шейфер, что она играла на органе, мы слышали эту прекрасную музыку. Thank you, Синди Шейфер, for playing on the organ. Группы, благодарим, что вы пришли и приготовились к этому чудесному празднику. And all the groups that are prepared for today. Дорогие братья, сестры, гости, детки, наши родители, бабушки, дедушки, служителя, много друзей вижу. Поздравляем вас с этим чудесным, светлым, радостным праздником, праздником Рождества Иисуса Христа. Brothers and sisters, people of all ages, children, everyone that is in this place, we wanted to
greet you and also congratulate you in this glorious day that we are celebrating the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Дорогие, сегодня нас собрало сюда с разных городов, с разных районов, даже с разных национальностей и культур. Today we are here gathered from different cities, different regions, different places, different nationalities and cultures. Событие, которое произошло более 2000 лет тому назад. Something that happened over 2000 years ago. Мы ощущаем радость. Мы видим радость на наших лицах, наших деток, наших родственниках, и это мы таинственное чувство чувствуем в нашем сердце. And we are overfilled with joy and jubilee in our hearts, and you can see it on our faces and the people that are around you because we are happy of why we are here. Это есть уже результат и плод того, что произошло 2000 лет тому назад, рождение Иисуса Христа. And this is the result of something that happened 2000 years ago, the birth of Jesus Christ. Но это только видимое нам, нашим глазам и то, что мы чувствуем, но есть намного больше и произошло еще намного сильнее. То, что наши глаза не видят и сердце наше не ощущает, это в мире духовном. And this is the result that we see with our physical eyes, the smiles and everything around us. But there is something that is also affected, the things that are unseen. Дорогие, это событие, это не выдумка, это не легенда, но это истина и правда, которая произошла. And this that happened so long ago, it is not a legend, it's not folklore, but it is something that actually happened. Этот случай, который произошел, он подтверждается историческими записями. And this event that occurred, it is supported by historical writings. Подтверждается историческими и археологическими раскопками. It is supported by archaeological digs. И даже в наше время, and even in our times, оно подтверждается еще более и более находящимися историческими записями. There is more and more archaeological finds that are occurring. И больше всего мы ощущаем это событие, и мы являемся живыми свидетелями этого. And above all else, we feel this inside of us, and we are the result of this occurrence. Дорогие друзья, братья, сестры, мамы, папы, мы хотим и наше желание, чтобы в этот день через песнопение, через поэзии и слово, которое мы будем слышать. And dearly beloved, it is our desire that through all that we do, through song, poem, and all that will be said on this stage, мы поняли настоящую истину Рождества Иисуса Христа. So that we would understand the true meaning of the birth of Jesus Christ. Когда эта истина откроется в нашем сердце, when this truth is evident in our hearts, мы тогда поймем суть и смысл нашего нашей жизни на этой земле. We will understand the true meaning of our lives in this earth. Дорогие, я вас всех приглашаю встать и возблагодарить Творца неба и земли за этот чудесный праздник. And let us stand and thank the Creator of this world for this great, glorious day. Amen. Аллилуйя тебе, Господь наш. Вся слава тебе, наш Творец и Бог. Аминь. Евангелист Матфей говорит в первой главе с 18 стиха такие слова. Послушайте, как описывается рождение Иисуса Христа в этой книге. Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф ее нареченный как человек праведный, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел от Господа. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены», — сказал он. «Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов». The Gospel according to Matthew describes the birth of Jesus Christ in this way. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being
A just man and unwilling to put her to shame resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Вот, дорогие друзья, для чего пришел Иисус Христос на эту землю. Friends, this is why Christ came to this world. Для того, чтобы спасти нас от грехов наших. To save us from our sins. Чтобы освободить от болезней нас. To free us from disease. Чтобы дать прекрасную жизнь во Христе Иисусе. To give us a glorious life in Jesus. Христос народился. Christ is born. Славимо Его. Let His be the glory. Он родился. He was born. Он умер. And He died. И Он воскрес. And He rose again. Для того, чтобы мы жили вместе с Ним. So that all of us could live together with Him. И сегодня мы этого Иисуса Христа будем славить. And today this Jesus we will glorify. Сегодня этому Иисусу Христу мы будем поклоняться. Today to this Christ we will bow down. Ибо Он достоин славы. For He is worthy of the glory. Радуйся, мир, Христос рожден. Joy to the world, the Lord is born. Дорогая церковь, дорогие друзья, гости. Dear church and all of our friends. Вы знаете, это, наверное, только славяне могут петь мажорные песни и не улыбаться. It's probably only from only Slavic people that can sing such a song and not smile. Петь радостные песни, но они почему-то у нас получаются минорные. To sing joyful songs, but they are sung in a minor. Я смотрю на Славика Попирника и думаю, как хорошо, что ты пришел. Мне так легко петь, когда смотрю на тебя. Он улыбается, поет с радостью. And I look at brother Slavik Popirnik, and I look at him, and it's easy for me to sing because he has such a big smile on his face. Друзья, сегодня радостный день, Иисус Христос родился. Friends, it is a glorious day. Christ is born. Пусть радость наполнит ваши сердца. Let joy fill your heart. Пусть Он прославится в вашей жизни. Let He be glorified in our life. Пусть Он прославится через ваши уста сегодня. And let He be glorified through your lips today. Воздаем Ему славу, ибо Он родился в эту прекрасную, тихую и дивную ночь. Let us give Him glory, for He was born on this glorious night. Благодать,
и славим Тебя. Аллилуйя. Аминь. Дорогие друзья, вы видите эти цветы жизни? Это наши дети. Dear friends, you see these beautiful flowers of life, and they are our children. Когда ты смотришь на них, хочется жить. When you look at them, you want to live. Вы знаете, они, вот мы взрослые, когда выходим на сцену, мы хотим красиво стать. When an older person comes on the stage, you want to stand the right way. Мы думаем, как мы выглядим. We think about how we look. Что думают о нас люди? What people are thinking of us? Они об этом не думают. They aren't thinking that. Они какие есть, такие есть. They are as they are. Я хотел спросить Олега Брославского, не знаю, где он. Как он понимает, будьте как дети? I don't know where Oleg is, but how does he Олег, understand? Олег, как ты понимаешь? Он, the saying, be like children. Он ответственен у нас за библейную школу. Будьте как дети. He is responsible for our Sunday school. Громче. Естественно вести себя. So to just act natural as you are. Эти детки сейчас будут славить Господа. These children will be praising God. Давайте мы будем делать это вместе с ними. Let us do it together with them. Иногда нам нужно забывать, что мы взрослые. Sometimes we have to forget that we're adults. И быть как дети. And just to be like children. Об этом говорится в Слове. And that is what the Word tells us. Спасибо большое, детки. Thank you, dear children. Спасибо, Даночка. Спасибо всем, кто занимается с нашими детьми. Ведь это так важно. Thank you, Donna, and all who are working with our children, for it is so important. Сейчас я хотел бы представить моих очень хороших друзей. Right now I want to introduce good friends of mine, которые приехали с далекой Украины. Who are here from a long way, Ukraine. Это очень две талантливых сестры, Виктория и Елена. Two very talented sisters, Victoria and Yelena, которые написали множество очень хороших песен. And they wrote many wonderful songs. Их поют и дети, и взрослые. And kids and older people, they sing these songs. Но самое главное, что через эти песни прославляется Господь Иисус. But more important is through these songs, Jesus is glorified. Ибо вся слава принадлежит только Ему одному. For all praise is to Him. Никому из людей Он не отдаст своей славы. Виктория, пожалуйста. And he will not share his glory with anyone. Они хотят, чтобы я помог им спеть одну песню. Да, дело в том, что мы когда-то ее и по-моему, и вместе пели. Записали альбом и... Да, вы знаете эту песню, мы вас приветствуем. Пусть Бог благословит это собрание.
и все пение, и все, что будет происходить здесь. Мы привезли привет из Украины, а также привет для тех людей, которые видели нас в других церквях. Мы будем, для нас это честь передать от других собраний вам привет. It is good to be with you today, and we wanted to say hello to everyone. It's great to be with you, and to all of those that will maybe be seeing us in different places, it is good to see you, and may God bless you. Да, пусть Бог благословит. И песня, которая сейчас прозвучит, она была уже записана несколько лет назад. Вы ее, возможно, слышали. И мы будем рады, если вы будете петь вместе с нами. And this song that we're going to sing, it was written a few years ago. And if you know it, then please sing along with us. Звезды светят над землей, людям с высоты смотрят и на нас с тобой взглядом чистоты. В эту ночь зажглась звезда дивной красоты, возвестила, что пришел Бог людей спасти. Светлого Рождества, мира, любви и добра мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог, ты пришел как дитя, чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Тот, кто создал целый мир, тихо в яслях спал. Он пришел, чтоб ты и я мир его узнал. Утомленному дает радость и покой. Счастье можешь обрести лишь с Христом, друг мой. Светлого Рождества, мира, любви и добра мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог не пришел как дитя, чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Мы пожелаем вам сегодня, в этот день и во все другие дни. Пусть в ваших домах всегда будет мир, любовь, благословение и чувство благодарности Иисусу за все, что продолжаем. Он вам дает. Продолжаем. И поем все вместе. Светлого Рождества, мира, любви и добра мы пожелаем. Вам сегодня в этот час Бог не пришел нас любя, чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Светлого Рождества, мира, любви и добра мы пожелаем вам сегодня в этот час. Мир пришел нас любя, чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Да, действительно, это праздник радости для всех нас. Следующая песня. Еще одна песня на украинской рідній мові. Я сподіваюсь, що тут є люди, які знають мову. Чи є люди, які знають українську мову? О,
This is going to be a song in the traditional Ukrainian language, and well, I'm assuming those that are speaking in English might not be speaking, but those that do speak Ukrainian, can we get a... There are some. I understand it. I could even speak it a little bit, but... Ви знаєте, ця пісня буде про народження Христа, про те, що Господь зробив для нас, коли послав свого сина на землю, і він народився тут. Це перший крок його шляху по землі. This song will be about the birth of Christ, about the fact that the first step to his coming and to the plan of salvation was for him to be born into this world. Від цього кроку далі буде Голгофа, далі буде Воскресіння, вічна слава Бога нашого. І хотілося б сказати, що це він зробив для мене і для тебе, для нас і для вас. And from this step was his life, Golgotha, the cross, resurrection and eternal glory, and he did all of that for me and for you and for our families. Він зробив це для тебе, час уплин зупинив, розімкнув синє небо, сина світ поселив. Бог Отець крізь століття бачив нинішній час, людям дав дивне світло, дар безцінний для нас. Він зробив це для тебе, він зробив це для мене, час уплин зупинив, час уплин зупинив. Він зробив це для тебе, він зробив це для мене, сина світ поселив, сина світ поселив. Син помер для життя, тільки вірити треба, та в душі каяття. Він зробив незбагненне наше вічне життя. Почалось так буденно, ясла бідним дитям. Він зробив це для тебе, він зробив це для мене, час уплин зупинив, час уплин зупинив. Він зробив це для тебе, він зробив це для мене, сина світ поселив, сина світ поселив. Слава Богу. Ми
Мы так много говорим, что Он сделал это для нас. We say this so often that what He did was for us. Но как важно понимать для всех нас, что это был божественный план. And what we must understand that this was the plan of God. Божественный план нашего спасения. The plan of God for our salvation. Дорогие друзья, я хотел бы сейчас, перед тем, как мы услышим один прекрасный стих, before we hear a poem, хотел спросить вас, скажите, пожалуйста, у каждого есть дети, есть внуки, правда же? I wanted to ask those that have kids and grandkids. Я также папа, и у меня есть пятеро прекрасных детей. I'm a father and I have five wonderful children. И когда они болеют, and when they are sick, это так тяжело для меня, я думаю, лучше бы я заболел, чем они. It is so hard for me, and I always say, it would be easier for me to be sick than for them. И когда этот ребенок бежит и упал, и он сделал себе рану на ноге, ты думаешь, он сделал, а тебе болит. And when a child is running and he falls and he hurts himself, but you feel the pain. Давайте на секунду представим себе Мария, рождая этого своего сыночка Иисуса Христа. And let us imagine Mary as she was giving birth to Christ. Она была мамой. She was a mother. Она родила этого прекрасного младенца. She gave birth to this wonderful newborn. Но воспитывая это дитё, but when she was raising him, она знала, чем закончится его жизнь. She knew what his life would be like. Она понимала, для чего рождён этот младенец. She understood the purpose of his birth. И я думаю, она не один раз задавала вопросы, почему ей выпала такая участь. С одной стороны, она рождала Спасителя всему миру. Но с другой стороны, это был ее ребенок. But it was her child. Давайте послушаем эту историю. Let us listen to this story. Я посмотрел на этот зал и думаю, кто бы мог сегодня быть похожим на Марию. And I looked around and I thought, who would look like Mary today? Я увидел одну девушку, это Вика. And I noticed a young lady, Victoria. Пожалуйста, проходи сюда на сцену. Please. Ты будешь образом этой Марии, а мы выслушаем этот стих. You will be like Mary and we will listen to this poem. Она стояла у креста. Ей все казалось странным. Лицо распятого Христа, этот крест и раны, горячих слез соленый вкус и черная одежда. Сын на кресте, ее Иисус, любовь ее, надежда. И опустилась в сердце ночь, темнее не бывает. О, эту боль не превозмочь. За что мой сын страдает? Зачем, о Господи? За что? Кто дать ответ ей сможет? Не иссякает слез поток. Сын был всего дороже. Иисус, кровиночка моя, дитя мое родное, могла ли об этом думать я? Что сделали с тобою? Я знала, не от плоти плоть был сын рожденный мною, тем тяжелее, о Господь, и тем больнее ноет душа моя. Мне не понять твоих небесных планов. Я только мать, всего лишь мать. Перед глазами раны. Я видела, как он служил вот этим падшим, грешным. Не для себя, для них он жил. Таким был добрым, нежным. Он исцелял больных, детей, слепых и прокаженных. И вот, Иисус мой на кресте. Иисус мой, пригвожденный. Стояла у Голгофы мать, рыдая безутешно. Ах, если б мне ее обнять и подарить надежду, друг друга не услышим мы,
столетия между нами. Мать плачет. Можно бы омыть весь крест ее слезами. И не стихает боль в груди. Сын умер смертью крестной. Но не плачь, Мария, подожди. Он в третий день воскреснет. Я точно знаю. Царь царей, рожденный нам Мессия, воскреснет. Утром на заре. Не плачь, не плачь, Мария. Вы видели когда-нибудь любовь, израненной, оплеванной, избитой? Вы видели когда-нибудь любовь, гвоздями ржавыми к кресту прибитой? Любовь, что на кресте, страдая, умирала, любовь, что всем безропотно прощала. Сокрушенным льну, хочу обнять его святые ноги, и плачу я, и слезы свои взю, за то, что не права пред него много. О, если б я в те давние года под крест креста могла подставить плечи, о, если б мне хоть часть его труда взять на себя, чтоб стало ему легче. Но разделяет нас веков седых туманы, и глубина времен скрывает его раны. Я к ранам сердцем сокрушенным льну, хочу обнять его святые ноги, и плачу я, и слезы свои льью, за то, что не права пред небо много. Ведь те удары и насмешки злые теперь мною были наносимы. Спасибо. А сейчас я хочу представить одну большую семью. I wanted to introduce a big family. Это такие поющая семья, очень поющие. Они все практически поют. Я не знаю, как так получилось у них, что все поют. It's a singing family, and I'm not sure how it happened to be, but they all sing. Ихние песни касаются сердец людей, потому что их, куда ни поедешь по Америке, их тоже все знают и все любят. Как так может быть? And their songs touch people's hearts. No matter where I am throughout the country, everybody knows them and has heard them. Я хотел спросить, Славик, что для тебя Рождество? I wanted to ask Slavik, what Christmas is for you? Это начало жизни, новой жизни во Христе Иисусе. For me, it is the beginning of life, a new life in Jesus Christ.
Прекрасно. И сейчас ваша песня. And now is your song. Подпевайте вместе нам. Христос народився.
Если вы обратили внимание на последние слова припева, там были такие слова: «Мы будем щиро Бога прославлять». The last words of the song said that we will be praising God from an open heart. Знаете, я благодарен Богу за каждого из нашей церкви, кто поет, кто играет, кто служит. And I'm thankful for every person in our church that sings or somehow serves. И это так прекрасно, когда наши дети, когда мы можем петь, Господь дал голос, слух. And it is so great when we can sing, the kids can sing, that they have a good ear for music. Много потраченного времени, чтобы научиться играть на этих инструментах, столько сил и энергии. So much time and energy is put in to learn how to play an instrument. Но как важно понимать, что это все дает Он. But how important it is for us to understand that it is Him who gives. Он нам это дал, это не наше. Это Он дал нам эти голоса. Он дал нам слух, Он дал нам возможности играть и петь для Него. And He gave us all these abilities and talents to be able to play and to sing, to glorify Him. И следующая песня, которую я хочу сейчас представить, Лия и твоя группа, потом снова будет групповая наша песня. Прошу приготовиться всех. Эти прекрасные сестры очень красиво поют, я всегда люблю их слушать. And the next few songs are going to be sang by Lia and her group, and I always like listening to them. Но я хотел бы, чтобы вместе с ними, когда они будут петь эту песню, and while they will be singing these songs, мы в своем сердце славили Бога. So in our hearts we'll be glorifying God. Потому что мы здесь только по одной причине — прославить Его. Because we are here for the very purpose to не показать give Him свои glory, таланты, and not to just show our talents, не показать свои возможности, not to show our abilities, но показать Его славу. But to show Him glory. Он достоин славы. And He is worthy. Christ the everlasting.
Christmas is such a wonderful time for, I assume, all of us. I remember when I was a kid, when we just came to America, I was 8 years old, and we came in the month of December, and I remember that first year, we got gifts. I don't remember who gave it to us, but we got gifts, and it was a happy time, and I remember every year, I would always be happy that Christmas was coming, and also afraid, because I was the kid when we would have church at church service and the kids all got a poem. I would be the kid that would forget the poem, and my teacher would be helping me, and there would always be this scene, and I would just end up passing my mic down to the next guy. And every year, my poems got shorter and shorter until they were one sentence, and I would still forget them. But the older you get, I think kids, they anticipate Christmas. Why? Because we give them gifts. As we get older, we end up not receiving the gifts, but we end up buying the gifts for our children. And so we start understanding and we start thinking more about the meaning of Christmas. That Christmas is so much more than what the eye can see around us in the country that we live in. But we are so blessed to be in this place. We are so blessed to live in this country, in a place where we are allowed, where we can say anywhere on the street, anywhere we go, and wish somebody Merry Christmas, where we are not persecuted for our faith. It is a great blessing given to us by the mercy of God. And our group will be singing another song in English to those of you that are English speaking. I know we are probably more on the Russian songs, but here's another English song for you. Thank you.
через Твое милосердие, через Твое милосердие. Небо восторжествуй, ой, те ангелы, земля царя, царей прими, как святый, достойный, к нам ты приди. Небо восторжествуй, ой, те Friends, друзья, давайте мы встанем и вместе будем петь такую, думаю, всем знаменитую колядку, да? Ныне радость стала, яка не бывала. We are going to be standing now and going to be singing. And if you've picked up some Russian during the service, you can try to sing along. But it's a classic Ukrainian carol that says, the joy has now come. Слайк, если ты мне позволишь, я несколько людей приглашу из зала. Пожалуйста. I wanted to invite the people. Лена, выходите, пожалуйста. Те люди, которые могут петь. Славик Попирник, выходи, пожалуйста. Славик Попирник. Бери с собой сына своего. Ты, он тоже у тебя классный певец, хороший. Давайте вместе. Я еще Алекса Миранца не вижу. Он тоже очень сильно любит петь. Где-то Alex он сегодня? Miranet, давай, приходи сюда, Алекс, если ты нас слышишь. Будем вместе петь эти прекрасные рождественские песни. Спасибо, друзья. Вы знаете, с такими певцами хочется петь и петь, правда? I want to just keep singing and singing with these types of voices. Садитесь, пожалуйста, я еще спою одну песню. I will sing another song. После меня споют еще наши гости. Our friends will sing right after. И мы будем слушать Слово Божье. And we will be listening to the Word of God. Я спою песню снова о радости. Она говорит о том, чтобы мы радовались, потому что родился Спаситель мира. The lyrics to my song tell us to be happy for the Savior of the world. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы наша радость не закончилась только этим служением. Friends, and I want us our joy to not end here. Когда вы выйдете сегодня после этого служения, после этого, знаете, после... Когда мы услышим столько много песен и Слова Божьего, but after hearing so many songs and the Word of God, and when you leave this place, чтобы вы несли эту радость людям, so that you would carry this joy to the people,
Я уверен, что много будете встречаться по домам, много будет гостей, друзей. And I'm sure we're going to have a lot of gatherings with friends and family. Говорите об Иисусе. Tell everyone of Jesus. Пойте Ему. Sing to Him. Несите эту радость дальше. And carry this joy further. Пусть она наполняет сердца людей. May it fill the hearts of men. Я хотел бы, чтобы вы мне подпели в этой песне, в припеве, там есть такие прекрасные слова. «Лунае ему слава, Спасителю Христу». Пойте вместе со мной, я Sing вам дам знак. Sing with me to those that know the lyrics. Сегодня вы будете большой хор. Родителю ти спас прийшов, спасти цей грішний світ. І дати людству мир, любов, як новий заповіт. Родителю ти в честь Різдва, хай співаш залуна. Нехай від гір, полів, лісів звучить йому хвала. Всі вместе. Лунає йому слава, Спасителю Христу. Він світло правди з неба нам людям всім приніс. Слава, Спасителю. Хай щезне гріх і вся журба, недоля хай мене. Нехай ця добра новина все людство обійме. Хай всі народи, всі краї приймуть Христа слова. І пісня слави від землі лунає в честь Різдва. Лунає йому слава, Спасителю Христу. Він світло правди з неба нам людям всім приніс. Слава, Спасителю Христу. Він світло правди з неба нам людям. Аллилуйя! Нам, людям, всім приніс. Я приглашаю спеть еще эту одну песню, которая имеет очень прекрасный смысл. I want to invite our guests to sing another song that has a great meaning. И снова я призываю вас всех петь вместе. And again, I invite us all to sing together. Я даже, наверное, вас попрошу всех встать. Let us stand. А то мы уже немножко засиделись, а сейчас будем слушать проповедь. У припеве есть прекрасные слова. We might be tired of sitting, so we have enough energy to sit through the word. Нам нужен Бог. And in the chorus there are great words that say we need God. Друзья, если тебе нужен Бог, пой. Friends, and if you need God today, sing along with us. Если ты не нуждаешься в нем, можешь молчать. If you are not in need, then you may be silent. Я немножко провоцирую вас, но вы пойте со мной, с нами, вместе все, друзья.
Please sing together with us. Ведь он нам действительно нужен. For we really need him. Без него наша жизнь не имеет никакого смысла. Without him, there is no meaning to our life. Поем. Let us sing. Peace be to you, friends. Люда, переводчик. I'm going to be interpreting today. И я Василий, мы будем сегодня служить. And my name is Vasily, and we're going to be ministering today. Я верю, что Дух Святой будет вести нас в этом. And I believe that the Holy Spirit will be leading us in this. Хочу поблагодарить всех, кто участвовали в этом программе. I want to thank everybody who has participated in this program. А также вас за то, что пришли. And also thank you to all of you that you came. Хочу поздравить вас с Рождеством Иисуса Христа. I want to greet you with the birth of Jesus Christ. А также Новым годом. And also with the new year. Желаю, чтобы в каждом из вас
I wish so that in each and every one of you, в следующем году, so that in the next year, вы имели все то, you would have everything, что Бог желает, чтобы вы имели, that God wishes that you would have, и чтобы следующий год, and so that in the following year, был из всех, которые вы доселе имели, that out of all the years that you have lived prior to this, самым благословенным, that this would be the most blessed year. С Рождеством вас. Merry Christmas. Тема, которую я хотел бы сегодня делиться, the topic of my sermon that I would like to share with you today, называется «Для чего пришел Иисус?». It is called «Why did Jesus come?». Для чего пришел Иисус? Why did Jesus come? Кто-то скажет, что Иисус пришел для того, чтобы мы имели Рождество. Some will say that Jesus came in order that we could have Christmas. Чтобы мы имели елочки. So that we could have Christmas trees. Чтобы мы пели. So that we could sing. Все это хорошо. All of this is good. Но этого мало. But that's not enough. Кто-то скажет, ну Иисус пришел для того, наверное, чтобы помочь людям. And some will say, well, Jesus probably came in order to help people. К примеру, исцелить людей. For example, to heal people. Но понимаете, Иисус, когда ходил по земле 2000 лет назад, but remember that when Jesus walked on earth 2000 years ago, Он не всех болящих исцелил. He did not heal everybody who was sick. Некоторых после Него еще исцелили апостолы. Some people were healed by the apostles after Jesus. И даже апостолы не всех исцелили. And even the apostles weren't able to heal everybody. Итак, главная миссия Иисуса, and so the main mission of Jesus, не заключалась в том только, чтобы исцелять людей. Was not just to bring healing to people. Он это делал, но это не было главным. Yes, he did this, but that was not the most important thing. Кто-то скажет, может, для того, чтобы принести учение. Some people say maybe he came in order to bring teaching. От Бога учение. Teaching from God. Да, Иисус действительно принес учение Божье. Yes, truly, Jesus, he brought the teachings of God. В Евангелии Матфея 5 главе написано целое учение Иисуса Христа, которое мы озаглавим Нагорная проповедь. In the Gospel of Matthew, there's a whole teaching that Jesus spoke on the Mount. It's, we call it Sermon on the Mount. Но понимаете, в Ветхом Завете люди тоже приносили учение. But you understand that in the Old Testament people also brought teachings. То есть слово Божие. So the word of God. Моисей принес учение. Moses, he brought the teaching. И после Иисуса апостолы они тоже учили, их тексты записаны в книге священных писаний. And after Jesus the apostles they also taught and what they taught is written in our scriptures. Для чего Иисус пришел? What did Jesus come for? Для чего ты, Господи, родился на эту землю? Lord, why were you born on this earth? 100 лет тому назад. 100 years ago. Чуть больше 100. Or a little over 100 years. В Атлантическом океане плыл этот корабль. In the Atlantic Ocean, this ship sailed. Этот корабль был самый большой в то время. This was the largest ship at that time. Он не только в размерах превышал всех себе подобных. It wasn't only the greatest in size. Он был самый дорогой корабль. But it was also the most luxurious, the most expensive ship. В этом корабле было все сделано очень, очень правильно. In this ship, everything was made very correctly. Все было сделано из самых дорогих деревьев и металлов. Everything was made from the most expensive woods and metals. Этот корабль предназначался для элитных людей. This ship was built for the elite. Самые высокие этажи этого корабля. The highest floors on this ship занимали самые богатые. Were taken by the most wealthy people. На этом корабле было все. And anything you can imagine были was on this ship. Очень дорогие каюты. There was very expensive rooms. Были очень дорогие банкетные залы. There was very luxurious banquet halls. Самая дорогая пища. The most expensive foods. В банкетных залах играли живые инструменты, оркестры. And in the banquet halls you could see live orchestras. Средние этажи. And in on the middle floors. Занимали более среднего уровня люди. And were the middle class people. И нижние этажи занимали более бедные. And on the bottom floors you could find the more poor people. И в самом низу. And on the very bottom floors. Были чернорабочие работники. It was the people that worked there. Задание которых было топить котлы, эти большие печи.
And their goal, their task was to burn the furnaces. Подкидать туда уголь, кипятить воду. To keep throwing in the coal so that the water would boil. Чтобы за счет этого корабль мог плыть, двигаться. And so that because of this, the ship could sail and keep moving. Наш мир. And our world. Похож на этого Титаника. It is similar to Titanic. У нас есть богатые. We have wealthy people, которые могут красиво одеться, that can dress nicely, у которых есть хорошие дома, that have beautiful homes, у которых есть хорошие машины, that have great cars, которые кушают самую органик пищу, that eat organic food. И все это хорошо. And all of this is great. Но в нашем обществе американском есть и средний класс. But in our American society, there's also the middle class. Есть также нижний класс. And there's also the lower class. Есть самые внизу. And there's people at the very bottom too. Точно так, как на Титанике. Just like on the Titanic. Когда на Титанике все было хорошо. And when everything was good on the Titanic. Люди с высоты смотрели на тех, кто внизу. People would look down from the people on the people on the bottom. И говорили: тебе никогда не подняться сюда. And they would think, well, you will never come up here. Охрана тебя не пустит, понимаешь? Because the security guards will not let you through. You understand? Посмотри, какая у меня платье или какая одежда. Look at my dress. Look at my attire. Что твоя каюта? У меня хорошая. Oh, what about your cabin? I have a beautiful room. У меня есть дорогих камней и дорогого дерева. I have expensive jewels and I have a room made out of expensive woods. Так было несколько дней или недель. And this went on for several days or even weeks. Но этому Титанику пришлось столкнуться с айсбергом. But this Titanic encountered an iceberg. И когда Титаник столкнулся, and when the Titanic encountered this iceberg. На этом огромном корабле. On this gigantic ship. Произошла гигантских размеров пробоина. There was a gigantic hole. Титаник начал тонуть. And the Titanic began to sink. И когда Титаник начал тонуть, and when the Titanic began to sink, люди перестали хвалиться своими одеждами. People stopped boasting in their attire. Люди перестали говорить: я выше, а ты ниже. People stopped saying, I am up here and you're down there. Я богаче, ты беднее. I am wealthier and you are poorer. Посмотри, какое у меня ожерелье или кольцо. Look at the jewels or the ring that I'm wearing. Да какая разница? What does it matter? Когда несколько минут остается до смерти. When there is only several minutes left till you meet your death. Каждый на этом корабле. Everyone at this ship. Которые находились в нижних этажах. That were in the lower levels. Или которые находились на верхних этажах. Or that were in the top levels. Покидали свои каюты. They would leave their rooms. И бежали к одному месту. And they would run to one spot. К тому, где находились шлюпки. To the place where there was the lifeboats. У каждого была цель. Because every one of them had a goal. Они взывали к небу. They would call to heaven. Они просили сотрудников. They would ask their coworkers. Найдите мне еще одно место. Please find me just one more spot. Я хочу жить. Because I want to live. Никто не говорил. Nobody said. Я богат. I am wealthy. Никто не говорил, я беден. Nobody said, I am poor. Все, что на этом корабле люди или идея, которая объединяла всех людей на этом корабле. And the idea that unified everybody on this ship. Это спастись. Was to save themselves. Это выжить. Was to survive. Друзья, наша земля. Friends, our earth подобно до этого корабля. Is similar to this ship. У нас есть богатые и бедные. We have the wealthy and the poor. Есть люди, которые хвалятся. There are people that boast. А есть люди, которые стыдятся, потому что нечем хвалиться. And there are people that are ashamed because they have nothing to boast in. Но самое страшное. But the scariest thing. Не то, что наша земля имеет проблемы. It's not the fact that our earth has problems. А самое страшное, что люди на этом корабле, на нашей земле. But the scariest thing is that the people on this ship, on our earth, не замечают, что мы в проблеме. They don't notice that we have a problem. Я читал историю об этом Титанике. I read a story about Titanic. Первых несколько часов. For the first couple hours. Или правильнее сказать, какое-то время. Or to be more correct, for a certain amount of time. После столкновения. After the ship collided. Люди продолжали танцевать и веселиться. People continued to dance and have fun. Они кушали и пили шампанское. They would
drink champagne and eat. И говорили, этот корабль непотопляем, он не может потонуть. And they would say that this ship is unsinkable. It is impossible for it to sink. Сегодня многие говорят. And today many people say. Все будет хорошо. Everything is going to be okay. Наша экономика сильная. Our economy is strong. Наша армия сильная. Our army is powerful. У меня здоровье сильное. I have good health. Аккаунт меня полный денег. I have a bank account full of money. Ничто не приключится со мною. Nothing can happen to me. Люди забывают, but people forget, что наш Титаник земля, that our Titanic is the earth, получил не одну пробоину, that, а тысячи пробоин. That it didn't just get one hole, but it received multiple holes. И в любой момент наш Титаник может уйти на дно. And at any moment our Titanic could go to the bottom. В любой момент. At any moment, наркомания поражает общество. Narcotics, they're influencing our society. Болезни рака убивают тысячи людей. The cancer is killing thousands of people. Миллионы людей находятся в нищете. Millions of people are in poverty. Наша экономика, она стоит как на глиняных даже ногах. Our economy is standing on clay legs. Но что самое страшное? But the scariest thing. Когда ты слушаешь новости и смотришь телевизор, when you listen to the news, when you watch TV, ты понимаешь, что до Третьей мировой войны может быть не так и далеко. You understand that the Third World War may be not so far away. Наш Титаник гибнет. And our Titanic is close to sinking. И у меня вопрос. And my question is, а у тебя шлюпка спасательная есть или нет? Do you have a lifeboat or not? А что если сегодня, завтра? What happens if it happens today or tomorrow? Или может быть мы закрылись в своих шлюпках, каютах? Or maybe we have locked ourselves in our rooms. И говорим, у меня шикарная кровать. And we say, well, I have a luxurious bed. Да посмотри, какое у меня богатство. Oh, look at my wealth. 100 лет прошло. 100 years have passed. Этот корабль покоится на дне океана. And this ship, it rests on the bottom of the ocean. На глубине больше, чем 3000 метров. And it is at the depth of over 300, 3,000 meters. Это урок для всех нас. And this is a lesson for all of us. Я хотел бы сегодня, чтобы мы запомнили эту картинку. And today I would like us to remember this image. Люди стояли когда-то at one time people на корме этого корабля. At this ship, at the front of the ship. И только некоторые из них. And only some of them задумались о том, stopped to think, смогу ли я спастись? Will I be able to save myself? Я хотел бы сегодня, and today I would like, перейти в тексты Священного Писания, to proceed to the scriptures, и сказать три принципа, and I want to share three principles, три очень важные принципа, three very important principles, которые ответят на вопрос, that will answer the question, для чего Иисус Христос пришел? What did Jesus come for? Первое. Number one. Иисус пришел, Jesus came, чтобы показать, что человек безнадежно потерян. In order to show that humanity is hopelessly lost. Каким бы ни был человек богатым. No matter how wealthy a person is. Почитайте об этом корабле, которым я упоминал выше. Just read about the ship that I just talked about. Там были богатые и образованные. There were on that ship there were the wealthy and the educated. Но каждый, кто находился на этом корабле. But everyone who was on this ship. Был окружен тьмою, потому что была ночь. Was surrounded by darkness because it was nighttime. Сотни ледяных айсбергов плыли вокруг этого Титаника. And hundreds of pieces of the iceberg were floating around the Titanic. Холодная вода. A very ice cold water. Глубина больше, чем 3000 метров. Depth of over 3,000 meters. И независимо, умный ты или нет. And it didn't matter whether or not you were богатый smart или нет. Or whether you were каждый wealthy понимал, or not, but everyone understood. На Титанике. That on the Titanic, мы все обречены. We are all doomed. Единственное спасение. And the only hope for salvation. Это спасательная шлюпка. Is the lifeboat. Потому что это огромное судно. Because this gigantic ship. Оно погибнет. It will sink. Друзья, Исаия 53:6 говорит. Friends, Isaiah 53:6 says. Что мы все совратились все на свою дорогу. That all have turned went astray. Мы отступили от истины.
All like sheep we have gone astray, we have turned away from the truth. Мы все стали грешны. We have all become sinners. Здесь, в этом зале, here in this place, нету ни одного человека, there's not a single person, который был бы настолько свят, that would be so holy, чтобы небо его пустило в свои обители. That heaven would let you enter in. Все согрешили. Because all have sinned. Седовласые. The gray-haired, среднего поколения и молодежь, мы все грешны. The middle-aged and the youth, all of us are sinners. Друзья, если бы можно было бы человека спасти, friends, if it was possible to save a person, каким-то более легким путем, чем Иисус предложил, in any way that is easier than what Jesus has offered, то Бог не отдавал бы Сына Своего. Then God would not give up His Son. Вы когда-нибудь подумайте. Just think for yourself one time. Ангелы такие крепкие. The angels, they are so powerful. В Библии мы находим, and in the Bible we find, что один ангел стоял ногой на море, that one angel with one of his legs he would stand in the sea, а другой на суше. And with the other leg he would stand on the dry land. Это всего лишь ангел, это не Бог. And this is just the angel, this is not God we're talking about. Вы можете представить размеры этого ангела? So can you imagine the size of this angel? Одной на море, другой на суше. With one of his legs he was standing in the sea and with one on the dry land. И так и хочется крикнуть. And you just want to shout. Боже, пошли этого великого ангела, чтобы он нас спас. God, send this great angel so that he would save us. Но Бог не посылает его. But God does not send him. Потому что он не справится. Because he is not up to the task. Друзья, мы настолько грешны, что даже этот ангел нам не поможет. Friends, we are so sinful that even this angel cannot help. Если сам Бог берется за спасение, and if God himself thinks that he needs to do the saving, первое, это показывает, насколько мы низко пали. The first thing that it shows is that how low we have fallen. Что кроме его нам никто не мог помочь. That besides him, no one else could help us. Друзья, мы действительно безнадежно больны. Friends, we are truly hopelessly sick. We are lost. Нам никто не может помочь. No one can help us. Есть только один. Это единственная шлюпка. There is only one. This is the only lifeboat. Многие религии предлагают решение своими путями. Many religions, they offer salvations in their ways. Будда предлагает свой вариант. Buddha, he offers his path. Конфуций. Confucius. Мухаммед. Muhammad. И другие религии. And other religions. Но, друзья мои, никто не может человеку помочь, потому что все люди — это всего лишь люди. But friends, nobody can help humanity because all the people, they are just people. Пришлось сделать вот что. And here is what had to happen. Чтобы Бог, который вечно сущий, in order for the God that is evermore, стал человеком, that he would become man, пришел на этот потопляемый Титаник, that he would come to this sinking ship, чтобы спасти тех, кто безнадежно потерян, in order to save those who are hopelessly lost. Итак, первое, and so the first thing, приход Иисуса, the coming of Jesus, показывает, что мы безнадежно потеряны, shows that we are hopelessly lost, что кроме него нам никто не может помочь, that besides him no one else can help us. Но на этом не остановилось. But it did not stop there. Иисус открывает нам глубже цель его прихода. Jesus opens up to us even deeper the goal of his coming. Евангелие Луки, 19 глава, 10 стих. The Gospel of Luke 19:10. Написано. It is written. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Сын человеческий пришел взыскать погибшие. The Son of Man has come to seek the lost. Я рассказывал в нашей церкви эту историю. I've already shared this story with our church. Но сегодня у нас есть много новых людей, я хотел бы ей поделиться. But today we have lots of guests and I would like to share the story again. Чуть больше 50 лет тому назад. A little bit over 50 years ago. На Западной Украине жила одна семья, сельская семья. On Western Ukraine, only one family lived. У них было трое деток. They had three children. Мужчина или отец этой семьи. The man of the house, the father. Отслужил в спецназе, в спецвойсках армию. He served in the army. И возвратился к семье. And then he returned home to his family. Когда он возвратился? And when he returned.
Он очень сильно привязался к алкоголю. Became addicted to alcohol. Каждый день этот мужчина пил и пил и пил. And every single day this man would keep drinking and drinking and drinking. Этому мужчине было 28 лет. At that time this man was 28 years old. Для молодой жены было чуть больше или около 26 лет, где-то так. And his young wife, she was around 26 years old. И вот эта женщина молодая говорит мужу. And this young woman, she says to her husband, давай разведемся, я с тобой жить не могу. Let's get a divorce, because I just can't keep living with ты you. Ты каждый день пьяный. You're drunk every single day. У этого человека and this man, была порция. He had a portion. Это была чаша такая. It was this cup. Она вмещала 700 грамм. And it could fit 700 ну, grams. Намного больше, чем здесь. It's a lot more than what I have here. И каждый день этот человек поднимался, выпивал этих 700 грамм. And every day when this man would wake up, he would drink this cup of alcohol. И она говорит, ты все дальше и дальше уходишь в алкоголизм. And his wife tells him, you are going deeper and deeper into alcoholism. Они решили развестись. And they decided to get a divorce. Но муж подумал. But the man thought about it. И решил, нет, я тебя не отпущу. And he decided, no, I'm not going to let you go. Для этой женщины ничего не оставалось делать, как попросить мужа. And so this woman had no other choice but позволь, to ask her husband. Позволь мне пойти к верующим в дом молитвы. Allow me to go to the Christians, to the house of prayer. И он говорит, ну иди к штундам. He said, well, go ahead, go to the. Она ушла. Go to that sect. Она and пришла, so she left. Да, она пришла в церковь. And she came to the church. И там она покаялась. And there she repented. Бог поменял ее сердце. God changed her heart. Дал ей покаяние. He gave her repentance. Через три месяца. And three months later. Мужчина говорит. The man says. Я пойду и увижу, что там делают в вашей церкви. The husband said, I will go to that church and I will see what in the world do раньше, they do there. Раньше мы так ссорились. Because before we would argue so much. Я тебе слово, ты мне 10. I would tell you one word and you would tell me 10 in response. А теперь я тебе 100, а ты молчишь. And now I tell you 100 words and you're still silent. Она говорит, ну пойди. And she says, well, go ahead. Этот мужчина пришел. And so the husband, he came. Это было как раз на Рождество. It was at Christmas time. И когда в церкви пели, потом пресвитер проповедовал. And when people were singing at the church and then the pastor was preaching. Этот мужчина вышел наперед и говорит. This man came out to the front and he said. Люди, вы все такие святые. People, you are all so holy. А я такой грешный. But I am so sinful. Простите меня, кого я обидел. Please forgive me if I've ever offended you. И помолите, чтобы ваш Бог меня тоже простил. And please pray so that your God would also forgive me. Пресвитер вышел и говорит, вставай на колени. The pastor, he came up and he said, go ahead, get on your knees. Этот молодой человек встал на колени. And this young man, he got on his knees. Пресвитер говорит, что ты хочешь? The pastor says, what do you want? Он говорит, я алкоголик, я не могу победить алкоголь. He said, I am an alcoholic and I cannot overcome alcoholism. Там в том собрании за его помолились. And they prayed for him there at that service. Он приходит домой. And he returns home. У него бочка 200 литров самогонки. And he has 200 liters of self-made alcohol. И он вытаскивает это из своей каморки. And he pulls it out of his pantry. Разрубил, разломал эту бочку. And he broke apart the barrel that was holding the alcohol. А соседка его идет. And his neighbor, she was walking by. И говорит, уже все. And she says, this is it. Он через пару дней пойдет по деревне просить. Because in a couple of days he's gonna go around the village asking for more. А этот человек поднял глаза. But this man, this husband, he lifted up his eyes. Он не знал еще много о Боге. He didn't know very much about God yet. Он не читал Библии. He hasn't read the Bible yet. Он все, что ответил. And the only thing that he responded with. Я был у верующих на собрании. He said that I was with the Christians at their service. И они молились своему Богу, чтобы он меня спас. And they prayed to their God so that he would save me. Друзья, с тех пор прошло 50 лет. Friends, from that time, 50 years have passed. Этим человеком был и являлся мой отец. This man that I told you about, it was my father. Тогда в нашей семье было всего лишь трое деток. At that time in my family there was only three kids.
После этого родилось еще шестеро. And after that there were six more that were born. И я девятый как раз. And I am the ninth child. Стою перед вами. And I am standing here before you. Мой отец был погибший. My father, he was lost. Но Иисус пришел взыскать и спасти погибших. But Jesus came to seek and save the lost. И может быть ты сегодня в этом собрании. And maybe you are here in this gathering today. Ты понимаешь, что Рождество. You understand that Christmas. Красиво поют. Is when people sing beautiful songs. Хорошая атмосфера. When there is a good atmosphere. Но смотришь в свое сердце. But you're looking into your heart. А там пусто. And it's empty there. И чувствуешь себя потерянным. And you feel completely lost. Друг дорогой, Бог когда-то помог моему отцу. My dear friend, at one time God helped my father. И вместо того, чтобы эта семья разломалась. And instead of this family breaking apart. Они продолжили дальше совместно жить. They continued to live together. С тех пор, сколько я помню. And from that time, as long as I remember. Мой папа называл мою маму. My dad, he called my mom. Катруся. Katie. Ее звали Катя. Her name was Но он Катя. Но меня так нежно назвал Катруся. But in a gentle way, he called her Katie. А моя мама. And my mom. Всегда называла. She always called him. Максимович. By his father's name. Максимович. By his father's name. To show honor. Где папа уважал маму, а мама любила отца. And I lived in an atmosphere where my dad, he respected my mom, and my mom, she loved him. Кто мог сделать трансформацию в сердце алкоголика? Who could have transformed the heart of an alcoholic? Тот, кто родился на Рождество. The one who was born at Christmas. И если ты сегодня пришел, and if you came here today, у тебя тяжесть, and you feel a weight, у тебя безвыходная ситуация, you have a situation that there is no way out of, грех тебя съедает изнутри, if sin is eating you up on the inside, я тебе не из книг вычитанные сегодня рассказываю. I'm telling you a story, not the one that I read from some book. Это то, с чем столкнулась наша семья. But this is what our family encountered. В нашу семью пришел этот Иисус. This Jesus, he came into our family. Он пришел на наш тонущий Титаник. He came to our sinking ship. И стал нашей спасительной шлюпкой. And he became our lifeboat. Друзья, Иисус пытается нам сегодня сказать. Friends, today Jesus is trying and attempting to tell us. Он родился не просто ради Рождества. That he wasn't born just so that we could have Christmas. Он родился не ради гирлянд и елочек. He wasn't born so that we could have the ornaments and the Christmas trees. Если тебя осуждают все. And if everybody condemns you. В школе, в колледже. School, at college. На работе, даже дома. At work and even at home. Друзья, родственники, родители. Friends, relatives, parents. Никто тебя не может понять. Nobody can understand you. Все тебя критикуют и говорят, ты потерян. Everybody criticizes you and they tell you that you are lost. Иисус родился. But Jesus was born. Спасти погибших. In order to save the lost. И третья цель. And the third goal. Для чего пришел Иисус? For which Jesus came for. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Чтобы разрушить дела дьявола. To destroy the works of the devil. Цель дьявола. The goal of the devil. Это уничтожить душу человека. Is to destroy the souls of people. Это завести в большие проблемы, погубить и душу, и тело. Is to bring people into severe problems and then to lose their souls and their bodies. Это произошло в моей жизни. And this happened in my life. Это было лет, наверное, 20. I think this happened about 20 years ago. Меня на Западной Украине одна церковь пригласила приехать проповедь сказать. And one church in Western Ukraine invited me to speak a sermon there. Я жил тогда в Киеве. And at that time I lived in Kiev. Это был вечер. It was evening. Солнце уже давно зашло. The sun already set a long time. На улице наступила темнота. And it was darkness outside. Я выехал из Киева на машине. And I left Kiev on my car. И когда я ехал, мои фары осветили дорогу. And as I was driving, my car lights, they were shining on the road. Я увидел далеко-далеко кто-то стоит. And far, far away, I saw in the distance that somebody was standing there. Когда я начал подъезжать, and as I was approaching человек, that spot, который стоял
поднял руку, чтобы я остановился. The person that was standing there lifted their hand in order to stop me. Я остановился. And I stopped. Это там оказалось, как я понял, какая-то женщина. And as I understood, it was a woman standing there. И вот я остановил машину. And so I stopped my car. Открывается дверка на заднее сиденье. My back door is opened. Эта женщина садится в машину. This woman, she gets in the car, she sits in the car. И ничего не говорит, ни здравствуйте, ни hello. And doesn't say anything. She doesn't say hello. Все, что она говорит. And the only thing that she says. Скажите, а самоубийство это большой грех? Tell me, is suicide a big sin? Мне как-то дрожь прошла. And I just had shivers go over all my body. Я повернул зеркало на нее. I turned my front rear view mirror to her. Я говорю: «Извините, а что происходит?» I said, forgive me, but what's going on? Она: «Ой, молодой человек, извините, извините, said, как-то вырвалось». Oh, forgive me, young man, it just came out. Нам нужно было ехать где-то 150 километров. And we had 150 kilometers that we were going. И я говорю: «Ну, все-таки». And I said, but really. Расскажите, что происходит? Please tell me, what's going on? Эта молодая женщина. And this young woman. Говорит. She tells me, я учусь в университете. I'm currently studying at a university. Сегодня у меня начались каникулы. And today my vacation or my break я at school домой. Started. And I am going home. 3 месяца назад у меня были одни каникулы. And 3 months ago I also had a school break. И когда я помню, 3 месяца назад приехала домой. And when I remember the break 3 months ago, and when I came home, я хотела было покончить с собой. I wanted to end my life. Но меня сосед пришел и спас. But my neighbor, he came and he saved сегодня me. Сегодня я еду домой. And today, as I'm driving home, и я решила, что приедя домой, это будет мой последний день сегодня. I decided that when I came come home, that's going to be my last day. Вот я стояла на дороге, об этом думала. And as I was standing on the road, I was thinking вы about this. Вы остановились, и оно так вырвалось из уст моих. And you stopped, and it just came out of my lips. Я слушал все это. And I was listening to her. Say all of this. И я понял, что Бог не зря мне эту душу послал на мою дорогу. And I understood that it wasn't in vain that God sent this soul. Я начал ей рассказывать о Иисусе. To me, and I began to tell her about Jesus. Я привез ее домой. I brought her home. Дал ей мою Новый Завет. I gave her my New Testament book. И говорю: я завтра буду возвращаться с поездки. And he said, I said, tomorrow I'm going to be returning from my trip. Я обратно к вам приеду, и сколько нужно времени приделю для вас. And I said, I will return to you, and as much time as you need from me, I will give you that time. Только пообещайте, что вы ничего с собой не будете делать. Just promise me that you will not do anything with you by that time. И она говорит: я and вас буду says, ждать. I will be waiting for you. Я пообещал в 9 вечера приехать. And I promise her that I will return at 9 p.m. Я знал, я буду возвращаться с Западной Украины через Житомир, я остановлюсь. And I knew that I was going to be returning from Western Ukraine through Zhytomyr, and I'm going to stop there. На следующий день. And the next day. Я приехал в Житомир около 9. I came to Zhytomyr around 9. Я искал этот дом. And I was looking for this час, home. Два, три. I was driving around for an hour, 2-3 hours. Здесь вещи, которых я не могу объяснить. And these are things that I cannot describe or explain. Я посмотрел, что я стою там, где ее вчера высадил. But I looked and I understood that I was standing in the very same spot where I left her. А дома не могу найти. But I cannot find that house. Я езжу вокруг. I was driving around. В моей машине осталось очень мало бензина. And my car had very little gas left. И было около 2 ночи уже. And it was around 2 a.m. already. Я так облокотился на руль лицом. And I just laid my face down on my wheel. И говорил: Господи. And I said, Lord. Я понимаю, что в духовном мире кто-то не пускает, противостоит мне. I understand that in the spiritual world there is resistance. Помоги мне ее найти. Please help me find her. Найти этот дом и эту женщину. Please help me find this home and this woman. Я так поднимаю глаза. And as I lift my eyes, смотрю, идет кто-то навстречу. Ночь. I see that somebody is walking towards me. It's nighttime. Этот человек подходит. And this person comes up. Я говорю: извините, я не бандит, я не рэкетер. I said, please forgive me. I promise, I'm not a criminal.
Я ищу такую женщину. But I am looking for this woman. Он говорит, она родственница наша, я вас проведу. And she said, she's my relative, I will Он take садится, you there. Приводит меня к этому дому. He gets in my car and he takes me to this house. Говорит, вот дом. He says, here's the house. Я смотрю, я же здесь ездил, везде ездил. And I look at it, I'm like, I've been driving around Сокращая here. Историю. And shortening the story up. Я стучу в дверь. I knock at the door. Она открывает. She opens. Она до этого мне сказала, что она живет без родителей, только с старенькой бабушкой. And prior to this, she told me that she's living without her parents, just with her elderly grandmother. Открываются двери, и вот такая картина. The doors open, and this is the picture that I see. Стоит эта молодая женщина. This young woman is standing there. Возле нее бабушка. And next to her is her grandmother. Эта молодая говорит. And the young woman, she says. Василий, я вас решила ждать еще 15 минут. Vasily, I've decided to wait for you for another 15 minutes. Бабушка не знала, что это значит. Grandmother did not know what that знал meant. Я и знала она. Only she knew and I knew. Я знал, что если бы я опоздал на 15 минут, and I knew that if I was even 15 она minutes бы наложила later, на себя руки. She would have cut her wrists. То есть я захожу в этот дом, and so I enter this home, а бабушка and the grandmother, увидела мою Библию. She saw my Bible. У меня такая большая Библия. I had this big На ней большой Bible, крест. And on the Bible was a big cross. И бабушка говорит. And the grandmother said, Слава Богу, наш православный. Praise God, you're ours, you're orthodox. А я говорю, бабушка, ваш, ваш. I said, yes, grandma, I'm yours, I'm yours. Я только зашел. And just as I entered, я только зашел в верандочку. Just as I entered the hallway. И поставил свою сумочку. And I placed my bag down. Мы не вошли в дом. We didn't even go into the Там house. Там стояло несколько каких-то стульчиков. There was a couple chairs standing at the Здесь entrance. Здесь стояла обувь. And there were some shoes on this side. И я начинаю к ним говорить. And I began speaking to them. Друзья, 2 часа ночи. Friends, it's 2 a.m. Я говорю, ну, я рад, что вы дождались. I said, I'm happy that you were Читали waiting ли вы for Библию? Me. Have you read the Bible? Они вдвоем читали. And both of them said, yes, we've read it. Я несколько слов им о Христе рассказал. And I just told them a couple words about Christ. Друзья, я пред Богом, пред вами говорю, отвечаю за свои слова. Friends, before God and before you, I am answering, I'm responsible for my words. Я стою, and as I'm standing держу there, Библию, and I'm holding my Bible, говорю с ними, and as I'm speaking to them, не призываю их ни к покаянию, ни к молитве. I wasn't asking them to repent or to pray. Они вдвоем становятся на колени. But both of them just get on their knees. И начинают друг у друга просить прощения. And they began to ask each other for forgiveness. Потом начинают просить прощения у Бога. And then they begin to ask forgiveness from God. Это 2 часа ночи. This is 2 a.m. Я смотрю, они молятся 5, 10, 20 минут. And I'm looking at them and they've been praying for 5, 10, 20 minutes Я already. Я отошел, сел на стульчике. I stepped away, I sat on the они chair. Они молились долго и плакали сильно. And they were just praying for a very long time and they were crying. Я несколько им слов еще о Христе. And I told them a couple more words about Christ. Оставил мой Новый Завет. I left them my New Testament. И сказал, что я с ними буду держать связь. And I said that I will keep in touch with them. Мне до Киева еще 150 почти километров. And I had 150 kilometers more to go to Kyiv. А утром на работу. And in the morning I had to go to work. Я добрался до Киева где-то 5 утра. And I think I got to Kyiv, it was 5 a.m. И думаю, я прилягу хоть на часик. And I think I thought to myself that I'm just going to lay down at Только least for an hour. Только я лег спать. And just as soon as I Звонок. Lay down, I Василий, had a call. Это вы? Vasily, is this you? Да, это я. Yes, this is me. Ну, давайте назовем ее Жанна. Let's say her name is Жанна. Жанна, это... Василий, это Жанна звонит вам. Vasily, this is Жанна calling you. Слушайте, у меня такая радость. Listen, I have so much joy. Я говорю, ну, слав Господа. I said, well, praise God. Видишь, ты жить не хотела, а Бог тебе дал радость. See, you didn't want to live, but God gave you joy. А сам думаю, ну, тебе-то радостно, мне спать хочется. And to myself, I thought, well, you're rejoicing, but I want to sleep. Через какое-то время обратно звонок. And in a little bit, there's another call. Прошло 2 недели. 2 weeks have passed. Это молодая девушка, женщина. And this young woman, this young girl, обратно звонит мне. She calls me again. И говорит. And she tells me. Скажите. Please tell me. Аштунда, это плохо? Is a sect tent, is that bad?
А я говорю, а кто вам такое слово сказал? I said, well, who told you this word? Она говорит, у меня каникулы закончились. And she said, well, my break was over. И я ехала из Житомира на Киев. And I was riding from Житомир to Kyiv. И я стою в электричке. And I was standing on the bus. А мне говорят. And they told me. Ну что ты смеешься? Ты что, штунда? And they were saying, why are you laughing? Are you part Она of that говорит, sect? Она говорит, я не знала, что ответить. And she said, well, I didn't know what to respond. Это плохо. Is this bad? Я говорю, нет, это неплохо. I said, no, that's not bad. Это так называют верующих людей. I said, that's what they call Christian people. Друзья, эту погибающую женщину, девушку, Friends, this dying lost woman, Бог спас. God saved her. Прошли годы. Years have passed. Я приехал в Киев. I came to Kyiv. Уже из Америки. Already after living in the United States. Узнал об этой семье. I found out about this family. Она вышла замуж. She got married. Родила прекрасных деток. She had wonderful children. Но когда я вспоминаю о ней, But when I remember about her, я вспоминаю, I remember, что Бог пришел that God came спасти погибших to seek the lost, и разрушить то, что дьявол запланировал. And to save them, and in order to destroy В планах those дьявола things было that the devil убить. Has planned, because the devil's plans were В планах to kill, дьявола было погубить. Because the devil's plans were to destroy. Но явился Сын Божий, But the Son of Man came, чтобы разорвать эти замыслы дьявола. In order to break the plans of the devil. Может быть, ты настолько устал. And maybe you are so weary. И говоришь, мне уже никто не поможет. And maybe you are saying that nobody can help Но есть me. Сегодня добрая весть. But today there is good news. Иисус пришел. Because Jesus has come. Слышишь, Иисус родился. Do you hear me? Jesus has come. На нашу землю, которая погибает. Onto our earth that is dying. Пришел не просто сильный ангел. It's not just a powerful angel that пришел came. Пришел сам Бог. But God himself. Его цель не погубить человека. And his goal is not to destroy Его the person. Его цель не отправить человечество в ад. It is not to send humanity to hell. Он пришел, but he came, чтобы взыскать и спасти. In order to seek and save. Hallelujah. Hallelujah. Давайте мы поднимемся. Let's all stand together. Мы сейчас будем молиться. Right now we're going to pray. И мы будем молиться к тому, And we're going to be praying to the one, кто родился на Рождество. Who was born on Christmas. Кто сегодня не просто младенец, And today he is not just a baby, но который сегодня сидит на троне небесном, but today he sits on the throne of heaven, который слышит наши песни, And today he hears our songs, который слышит эту проповедь, he hears the sermon, и который слышит даже твои мысли, которые в твоем, and твоем he разуме. Even hears your thoughts that are in your mind. Если ты видишь себя and if you see yourself, потерянным, if you see yourself as lost, заблудившимся, as you have lost your way, в душе пустота. And in your soul there's only emptiness. Смысла жизни нету. And there is no meaning Я хочу to life тебе for сегодня you. Указать на Иисуса. I want to point you to Jesus today. Который помог когда-то мне. That has helped me at one time. Помог нашей семье. He has helped our family. Помог этой девушке из Киева. He has helped this woman from И он может помочь и тебе. And he can also help you. Воззови к нему. Call out to him. Помолись к нему. Pray to him. Может быть, ты ходил когда-то в церковь. And maybe at one time you attended church. А сегодня чувствуешь. And today you feel так далеко от Бога, а so Бог от far тебя. Away from God and that God is so far away from you. Он все равно тебя любит. But he still loves you. Он твой отец. He is your father. Он пришел не осудить. He has come not to condemn как you. Как эта женщина, которую хотели побить камнями. As this woman that was going to be stoned. Ее осудили все. Everybody condemned her. Но Иисус поднялся и говорит. But Jesus, he stood up and he said, Я прощаю тебя. I forgive you. Иди, больше не греши. Go and sin no more. Я пришел не судить мир, но спасать мир. I have come not to condemn the world, but to save it. Люди, Иисус родился спасти этот мир. People, Jesus was born in order to save us. Давайте к нему помолимся. Let's pray to him. Господь мой. Аллилуйя. Господи, благодарю тебя. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус, что 50 лет назад Lord, I thank you that 50 years ago, в маленьком украинском поселочке Lord, in a little Ukrainian village, Ты нашел моего отца. Lord, you found my dad.
который погибал в алкоголе. Lord, who was dying in his alcoholism. Ты нашел нашу семью, мою маму. You have found our family, my mom. И ты вошел в наш дом. And you have found our home. Благодарю тебя. I thank you. Благодарю тебя. I thank you. Что ты пришел не наказывать. That you came not to punish. Ты пришел не судить. You came not to condemn and judge. Ты пришел спасать. But that you have come in order to save. Ты пришел исцелять сердца. That you have come in order to heal hearts. Ты пришел исцелять души. That you have come in order to heal souls. Ты пришел исцелять семьи. That you have come in order to heal families. Ты пришел исцелять отношения. To Ты пришел помочь людям. Lord, that you have come to help people. Господи. Lord, сегодня, today, в канун этого большого праздника. Lord, as we are coming праздника to this great Рождества holiday. Христова, the birth of Jesus. Мы говорим сегодня. Lord, we say today. Не о елочках. Not about and we speak about not about Christmas trees. Не о подарках под елочкой. Not about the presents that are under the Christmas trees. Мы сегодня говорим о самом ценном подарке. But today we are speaking about the most precious gift. Которого Отец послал на эту землю. That the Father has sent to this earth. Которого имя Иисус Христос. Whose name is Jesus Christ. Иисус, я благодарю тебя, что ты пришел в этот мир. Jesus, I thank you that you have come into this world. Благодарю тебя. I thank you. Когда-то, когда жизнь наша закончится. And at one time when our lives will end. Когда моя жизнь тоже закончится. And when my life will end. И я буду у тебя в небесах. That I'm going to be with you in heaven. Я увижу. That I will see. Я увижу того, кто родился на Рождество. I will see the one who was born at Christmas. Кто меня спас. Who saved me. Кто спас моего отца и мою семью. Who saved my dad and my family. Кто спас народы. Who saved nations. Господи. Lord. Но есть и среди нас есть. But if among us there, хотя бы один человек. There is at least one person. Который еще не знает тебя. That does not know you yet. Для кого ты еще не открылся как Спаситель? For whom you have not been revealed as Savior. Я прошу тебя сегодня. I ask you today. Постучи в такое сердце. That you would knock in their heart. Постучи в такое сердце. That you would knock at that heart. Скажи, что ты пришел помочь. And tell them that you have come О, to Иисус, help. О, Иисус, прошу тебя. Jesus, I ask you. Аллилуйя. Hallelujah. Друзья, я хотел бы сейчас сделать тихонький призыв. Friends, and I just want to do a call today. Если среди нас есть If among us there are people, люди, которые нуждаются в Иисусе, that are in need of Jesus, люди, которые нуждаются в прощении, that are in need of forgiveness, поймите, наша земля как Титаник. Please understand that our earth, our world Нам is никто like не может Titanic, помочь. And that nobody can help us. Ни люди, ни президенты. Not people, not our president. Ни даже ангелы. Not even the angels. Нам может помочь только одно имя. Only one name can help us. Это имя Иисуса, Иисус Христос. It is the name Jesus Christ. Ибо нет другого имени, говорят священные писания. The Holy Scriptures say, for there is no other name. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. There is no other name under the heavens by which we shall be saved. Кроме Иисуса Христа. Because the blood of Jesus. Иисус – это реальный спаситель. Jesus, He is the Savior. Иисус – это реальный шанс на спасение. He is a real chance for salvation. И если среди нас есть такие. And if among us there are people. Я хотел бы, чтобы вы подняли руку, и мы помолимся за вас. Like есть that, ли такие есть? I would like for you to lift your hand, and we will pray Может for быть, you. Может быть, слева от меня или здесь. Maybe я вижу somewhere одну руку. Around me, I see several hands. Может быть, hands. На балконе есть. Maybe in the balcony. Пожалуйста, не стыдитесь. Please don't be ashamed. Поймите. Please кто бы не был твой папа, that it doesn't matter who your dad как бы is. Не был ты беден или богат, it doesn't matter how wealthy or poor you are. Нам нужна эта шлюпка. But we need this lifeboat. Нам нужен этот спаситель. We need this Savior. Каждому. Every one of каждый us. Нуждается в спасении. Every one of us is in need И of если salvation. Ты еще не спасен, and if you are not yet saved, если ты еще не спасен, if you are not saved yet, делай свое решение. Then make your decision. Еще раз, я видел одну руку, если может быть I кто-то еще. Hand, if there is anybody Никто else, ни на кого не давит.
Это решение индивидуально каждого. This is your decision. Но так бы хотелось, друзья, and I would really want friends, чтобы Рождество у нас было не только в елочке, so that, Christmas wouldn't just be не только подарочки, которые там лежат, about the Christmas tree or the gifts under не the только Christmas tree, эта декорация, которая здесь. That Christmas wouldn't just be about the decorations. Самое главное — это Иисус. But the most important thing is Jesus. И хотелось бы, чтобы сегодня каждый, выйдя из этого здания, and I would like so that every one of us, when we come out of this мог сказать, building, Иисус — это мой Спаситель. That we could all say that Jesus is my Savior. Он просил меня. That he has forgiven Он пришел me. Мне помочь. He has come in order to help Друзья, me. Он пришел не только, чтобы мы о нем говорили. Friends, he didn't just come for us to talk about him. Он пришел, him, чтобы нам действительно по-настоящему помочь. But he has come to truly help us. Если вы смелы, and if you are brave, и если вы желаете, and if you so desire, кто подняли руку, пройдите вперед, those мы помолимся of you that о вас. Hands, я хотел бы лично за вас помолиться. And we will pray for you и попрошу всю церковь, поддержите этих людей. And I will ask the entire church to lift these people Давайте up. Будем молиться.